Военка? Да, Сосновка, let's go. О, Сосновка. Хорошо. 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 Чувак, ты не видел, как я, блядь, въехал пацанов? Не, я ходил, бульон делал. Подъезжают 4 пацана на машине, я въебываюсь их машину, у меня начинает переворачиваться, а нет, меня убегают четвером от одного, блядь. И начинают хуярить, я вырубаю одного, из-за машины сижу, они ничего не могут сделать, блядь. Я, кстати, знаю, из-за чего крашнуло, чувак. Всего. Из-за флешки. А у меня тогда из-за чего крашнуло? Тоже, флешка как-то взрывается, и у половины крашит, у половины нет. Ебать, флешка. В любом месте на сервере? Ебать, ниндзицу. А, нет, понял. Да. Представляешь? Знаешь, там остаешься один на один. Ты такой. Угу, такой, техника шиноби, кидаешь по себе флешку, противник просто бф, крит. Кстати, можно будет попробовать. Главное самому не вылететь. Ну, мне кажется, вот сам ты не вылетишь. Они все остались там. На диспетчерку мою летит челик. На S-образную я первый, по-моему. Я на S-образную. Нет, там еще один пацан. Ну я первый точно. Или он не на S, да, он на S. Диспетчерки очень хороший лут, поэтому аккуратней. Он на центральный, я на самый правый. У меня юмп есть. Убьешь пацана на центральном? На центральном есть. Я буду пытаться. У меня нет стола пока что. Есть, он взял что-то. У меня есть флешка. В тебя? Бля, в меня. Красиво, Максим. Да, нет проблем. Ну, я юмп нашел тоже. Какая погибает там теперь. Минус дал. Хорош. Так они могут подниматься сейчас со своим. Хотя он улетел один. Я ему нейду закину сейчас. Его добить? Его добить? Нет, на завод. Я кинул гранату, да. Нет, ты не попал. Тогда убивай. Так, я заберу флешку. Хорошо. Ну, крашить будет, пацанов. А, у меня места нет, ладно, пизду. У меня второй левел. Угу, экшен пошел, слышали? А где я не... А, слышал. О, есть бронежилет, ништяк. Ништяк. Ой, бля, это я. Случайно. Мышкой об клавиатуру ударил. Походу, ты это здесь на складе, Димас. Вот тут рядом с нами, на Исте. Угу. Шлем второй у меня, если что. У меня только броня вторая пока. Еще один шлем, блядь. У меня, короче, дом шлемов. Найс. О, у меня два рюкзака второго уровня, ебать. Ну и шлем. Левел 3 сумка. Неплохо, я, блядь, броник не могу найти. У меня левел 2 пока. О, броник. Наконец-то. У меня мой нелюбимый скар, блядь. Ух ты, у меня замес. Живи. Ты там, да, не умирайте только, ребят. Все довольно неплохо. Эска вся наша просто. Тут даже никто не может оспорить. А может эску. Тогда отойти на эску просто всем? Ну, вот я же так и надо было. Я думал, все полетят я на эску. Просто заваруха на заводе. Угу, я понимаю, но мы к тебе не можем. Заваруха на заводе. Замесы. Есть еще скар у меня лишний, если кому оружие надо. Кар нашел. Кар? Кар, да. О, я готов в гордость нации поиграть, если что. И у меня тут еще СКС есть, кстати. Опа. Ну, СКС кал. Да. Блять, очень люблю СКС, но кар... Кар лучше. Ну так, вот и все. Но он отсасывает у кара. Ну, что сказано? Ну, меня из окон, я там убегу, сейчас к вам. Бля, ты что, ну давай попробуем. У меня нет оптики, я потолутаю. Я иду. Бля, Краймер минус 0. Тут уже. Давай на эски тогда. Давай, пошли ебашить их уже чё-то. Просто, блять, мстить. Вижу, вон они бегают внутри этого склада. Там челик прям носится. Один на улице был в кустах. Блять, опять ни одного прицела, пиздец. Тут бегают. Я бегу, Максим, подожди. Да чуть. Не спеши, я сам не уебываюсь, я сижу. А что? Где они? Вот, передо мной на складе на 120. Перед о, вышел. На складе. Ага, понял. Ну вот он умер. Есть прицел, Максим? Только коллиматор, мой же. Он еще бежит, видел? Да, видел. Он лег? Да, он лег, он лег за эту, за горку. За горку или за эту хуйню, ну... По-моему, за горкой, ну... Бетонную. Я пошел на него, если он будет вставать, я дам ему пизды. Он еще бежит по бежит. Складке. Ты видел, там наверх поднимался крышки? Угу. Вижу нихуя, где они? Там, вот, спереди, спереди, бежит, спереди, бежит, спереди прям. Спереди, передо мной 20 тысяч человек. По мне, по вам. Я вырубил. Где-то тут должен быть еще. Бля, у меня тут бегают черти.
Они, Дима, слева у меня, около этого завода. Вижу, 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 в правом доме. В втором этаже. Покойник. Красиво. А последний или нет? Ты врубил? Нет, не последний, не, нет. Не, не, последний, не сразу. Вырубает и убивает, да. Едет мотоцикл спереди. Вижу, есть, да. Прицелы, Алькор? Нету. Только обычный коллиматор, блядь, ну-ка. Не. Я видел. Да ну что, с ума сошли, когда цель убил. Ну я вдруг, я могу. Я пошел этого чувака, который лутается, злодаю. А может это как раз их друг? 65 живых, лол. Быстро. Пиздец, скорость, X8, так. АЕ. Азиаты же, они умирают быстро и рождаются заново. АКМ, АЕ. X8 есть? Да, кар нужен. Ну, ладно, я дам тебе кар. А у тебя какой-то прицел есть получше? Нет, просто я бы себе лучше взял, но знаю, как я стреляю. Ну, гордость нации. Гордость нази, я понял, понял. Бля, я что-то не очень хочу здесь лутать, я пойду на эску, там было пизже. Да. Здесь тогда еще один пацан. Пышите калаш там. А патронов много на калаш у тебя? Не, патронов не дам на калаш. Я дам калаш уже полностью заряженный, вот он. Сковородку возьми тут с человека. Коротку, что? Сковородку. Коротку. На челике сковородку. Сейчас возьму. Я тебе положу патроны. О, благодарствую. Угу. А ты полностью залутал свой дом? Вообще не полностью. Второй этаж даже не ходил. Хе-хе-хе, пошел лутать. Второй этаж. А ты свой полностью залутал? Да. Вроде да. Но у меня там нихуя не было. Поэтому. Мне кажется, Крамеру просто надо было сидеть и ждать там. Никуда не перебегать. Да не, может, и можно. Тихо! Бля, что-то ехало на юго-западе. Ебать! Нам нужно съебываться и быстро! А, ёбуш! Я вижу багги стоит. Давай еще этот дом залутаем. Второй этаж быстренько. Третий шлем у меня лежит, надо? Да, иду. А у тебя уже третий? На первом этаже? Нет, третий. У X4 нашел, все, я готов. И кар нашел, блять, еще. У нас есть нормальные машины, все. На первом туалете сразу, чувак. В туалете сразу. В другом, напротив. Прямо и налево. Ага, найс. Надо ехать. X8, блядь, чувак, это просто кладезь какой-то, а не дом. Чувак, давай долутай. Я не хочу уходить. Короче, самый пиздатый центральный. У меня все левел 3. Бля, у меня броник остался. Я же говорил, что он на военке сейчас лут. Ладно. Чувак, просто дом пиздатый. Можно ехать. Да, да, да. Бля, может второй дом тогда? Въедет, едет. А, нет, это у меня текстура. Я в машину, блядь. А у меня, короче, переливаться проволока начала, и о, как будто что-то двигается. Да-да-да, так часто с людьми. Мне показалась машина, типа, сверху, знаешь, типа, текстурка такая сверху проезжает. Сбей меня. Пожалуйста. Он там не проедет, кстати. Спасибо. Охуенно. Хилов вообще нет. У меня бля, стой, я мазохист. Я отменял буст, и ты поехал на секунду. Он отменился, я высадился. Бля, кстати, а кнопку высадки из машины и буст можно поменять? Ебать, я на пятерку ставлюсь, не знаю, что ты. А отменить именно буст. Когда ты буст, ну, дюзаешь что-то, на F отмена. Ну, не знаю, у меня... Понял, о чем я? А, да, понял. И вот ты нажимаешь на отмену, машина поехала, она так, отменилась. Если машина поедет, она автоматически отменится. Да, но ты же нажал на F. Ты, ну, я не думал, что мы поедем сразу. Дим. А не хотите? Да. Давай. Давайте, безопаснее, я вам говорю. Мотоцикл это безопасно, говорит машинист. Прям, я еду. Ну ладно, давай ты. Ну, я могу поменяться. Это стало небезопасно вдруг. У нас у всех троих третий шлем. Если мы упадем, мы максимум сломаем себе позвоночник. Голова будет в порядке, все в порядке. Смотри, аккуратненько смотри направо, я скажу, когда. Я поставил точку, куда мы нам выделяли заехать. Максим, ты меня так взял? Да. Очень нежные руки. Очень нежные. У тебя просто довольно толстый бронежилет, и мне пришлось Дим, его растереть. Дим, смотри, что справа есть, видишь? Трамплин. Там трамплин, чисто для тебя сделанный. Бля, не надо. На мосту непонятно зачем, но он бля, есть. Мы едва успели уехать, кстати, пиздец.
Там уже все. Мы еще через бомбежку сейчас поедем. Да не, она закончится к тому времени. Меним? Бля, меняем мотоцикл как перчатки, что ли? Это именной мотоцикл, здесь написано даже, змей. Ямаха, вон там написано. А, Ямаха. Змей, а Ямаха. Не видел. Ну, слева какой-то змей нарисован какой-то. К моей ноги левой. Это Ямаха или Судзуки, потому что мы же на... Это змей. Почему тебе не нравится змей? Дима, и ведешь прямо в артиллерию? А вы боитесь? Нормально, нормально. Ну просто по дороге мы безопасно едем, понимаешь, типа. Прокачивалась сегодня на 1,5 гигабайта, а арта и начала ебашить довольно точно. Патч на гигабайт для наводки по игрокам. Ох, блядь, ну вот тут вот ехать, ехать, да. Офигенно придумал Димас. Спасибо. Я решил покатать вас по полям, короче, здесь мы выращиваем давай, кукурузу. Давай, на ту сторону надо. Блин, я надеюсь, мы сломаем эту хуйню, да? Да, конечно. Чувак, мотоцикл, это вообще, это то, что нужно сейчас использовать больше всего. Я думал, мы, блядь, сейчас об забор разберемся. Не знаю насчет сколько, он очень быстро разгоняется, да по нему хуй попадешь. Ой, бля, ой-ой-ой. Но вот такие моменты. Чувак, там вообще опасно. Вот здесь аккуратно тоже. Да тут можно разогнаться наоборот. Нет, тут можно перевернуться. Вот это вот, да. Так я надамажился, все в порядке, парни. Шмальба где-то слева была. Да нам было тут важно скорость не сбрасывать на этих полях, быстро пролететь и переехать на ту сторону. На ту сторону, Дима, левее. А, бля, чё зеленая точка, я думал, не. Да, через нее. В дерево! Блять. Охуенно. О, он заскочил. Видали трюк? Хорошо, садись. Садись. Садитесь, бля. Ладно, поехали. Сейчас. Мы пьем более удаляющее, чтобы не было больно. Да. Это ты Red Bull и вся крыляет. Он шифтит еще, не шифтит. Вообще класс. Потому что он до 140 сам гонит. Ну понятно, я же говорю, зачем шифтить? Вообще спокойно едешь, он никто тебя не останавливает. Сука, высадили зато как эксперты. Да какая шмальба, Алькор, все нормально. Машина спине, это опять текстуры, бля. Как же мне это не нравится, переливание. Круг уже опять от нас ебался, мы вот к новому подъезжаем. При этом, что мы даже... Там есть бункер, чувак, может бункер забрать? Я хочу на верхах посидеть. У нас X8, блядь, мы же город с нацией. У меня, кстати, окей. У меня ближнебойное оружие. Ближнебойное только оружие. Прицелов нет, потому что... Вообще никаких? Блядь, здесь перевернуться можно, чувак, я переворачивался. Не, вот здесь нельзя. Вот здесь можно, я на баге, блядь, переворачивался. А-а-а. Даже не на мотоцикле. Ну, у меня коллиматор есть, ладно, стреляю. Ладно, давайте пешком. Дальше-то хули. Бля, я тут надеялся, меня повозят. Мы на военную эту хуйню берем. Ну да, там детир сверху посидеть. Я вообще хочу лечь там и смотреть в 360, понял, где-нибудь в траве. Угу. Люди умирают за пределами игровой зоны. Как же круг всех подъебал, это просто ужас. Круг съебался просто в море. А, машину не нашел. Можем дома зайти, кстати. Пошли, они вполне возможно с людьми. Они закрытые все. Но это умные китайцы. Умные китайцы, да. У них вон баги припаркованы. Но он на Е смотрит, и он не горит. А может это умные? Не горит, по-моему. Ты не знаешь. Блин, ну, может они выпустили габаритные, потому что они умные китайцы. Левел 3 рюкзак надо кому-то. Так, я нашел флешку. Мы можем крашить их. Да. Кто-то переоценивает китайцев. Оу, повар, спасибо, родненький, сейчас. После игры я прочитаю. О, Нейда. Мне как раз нужна Нейда. Ты говоришь, лежит? М16А4. У меня нет, у меня скар. А ты скарб любил? Нет, ну просто, блядь, я так с карабинера хуярю, так хоть со скарб похуярю. Понял. Плюс тут стрельба вроде поинтересней. Да. Бля, прицел, пожалуйста. Что? Макс, иди сюда. Иду. Что это такое? Что это, блядь? Ебать, Павел. Бери все, что хочешь. Бля, чё там? Там три, два голографических, один коллиматорный почти в одном месте, понял? Ну ни одной оптики, блядь. Бля, ну ты просил. UMP нашёл. 2X нашёл. Да, типа вот UMP. Ладно, давайте уёбывать отсюда, я не люблю эти дома все. Сейчас я перечехлю на 2X. К нам же сейчас со спины точно придут. Закрывайте или не закрывайте? Да не закрывайте, пускай они... Чтобы они боялись. Подольше. Пошли, я залутал этот. А как ты тут проскочишь? Надо выходить. А на X можно сломать забор? Ну-ка.
Бля, нет, не ломается. Бля, поехали или пошли? Да, пешком, пешком. А, бату баги такой, да. Можно, можно расстрелять за бортом? Сюда, сюда пойдем. Уже было насквозь на всю гаража пройти и все. Х4 ни у кого нету? У меня. Х8 у тебя есть? У меня есть. Тогда Алькору Х4, ебать. Алькор, тебе надо Х4? У него нет, да, вообще. Ты вообще слушаешь команду свою? Бля, команду с... А если бы я не спросил, Дима бы зажал. Бля, сейчас говорил, что нашел Х4 и Х8. Никто не сказал, что надо. Миллион раз он говорил, что все надо. Все нормально. Бля, Х4. Я не слышал. Бля, ну так-то лучше стало гораздо. А, не, приятно, Дим, да? Дим. Что? Спасибо. Пожалуйста. Вот. Так про... еще лучше. Как там? Family friendly content. Фрейрат. Как там? Фр-фр. Это не family friendly фрейрат. Право, что ты едешь? Бля, 27 живых. Что ты? Право. Дохуя и не дохуя. На востоке что-то ехало. До сих пор едет. Да, есть такое. Спереди уже. Вон, а едет, да, на НЕ далеко. На НЕ. Они высадились, высадились. А где они высадились? Около белого домика один человек на НЕ дача стоит. На 60 НЕ вот между ними. Я боюсь, как бы к нам сверху не пошли. От вас не видно, потому что я понял. О, толчок. В туалет хочешь? Не, я хочу оставить здесь одного караульного, а мы бы пошли спереди и легли за деревья. И он бы нам сказал, если сзади кто-то идет, а мы бы их расстреляли. О, это охуенно. Ага. Ну, Карулина, Алькор, поздравляю. Пойду сяду. С назначением. Ебать, Алькор, я так хотел, но, бля, выпала тебе должность. Должность. Пиздец, лайкер. Как там это, невальный, да, или невальный, не помню, как это называется. Умывальный. На тумбочке. Сюда едет, сюда, тихо. На востоке, рядом. Угу. К нам где-то. Пешили здание? Да, скорее всего, блять. Я тогда вот так спрячусь. Я в позиции лежа, готов встречать гостей. У меня, кстати, осмотр такой себе плохой, парни. Восток смотри еще. Я от запада. Тише. Смотрю. И дальше. Может, там залили. Машина, Макс, по дороге едет. А, вижу. Две. Да, тоже баги и УАЗик. Припарковались они, да? И поехали дальше. Бля, мне нравится то, что около нас есть. Скорее всего, вон там деревья. И не там. Там машины гоняют по дороге. Это вы хаечите? Не-не. Нет. Можем подняться чуть выше, может, круг как? Круг... Еще в кругу. Что это такое? Ничего. Бля, парни, тут осмотр-то хуевенький, я вам скажу. Да нормально все. Сзади ты видишь, как... Ну, жопку видно, но довольно плохо. Остальное вообще не важно. Че ты очкуешь? Я так 100 раз делал. Давайте обычно искать, после пацанов. Этих слов все плохо было. Или все хорошо? Система по поиску пидорасов. А пидорас найден. Где? Это куст, это не пидорас. Система дала сбой. О, пидорас. Ну, куст не пидорас, я согласен. Слева что-то едет. В тир, блядь, куда приехал. В тир? Да, из-под тира уезжает. Вижу, вижу, к нам едет, к нам поднимается. Хуяли, если можешь. Их 4 ебать. Мне выйти или там? Да. Под нами. Одного вырубил. Бля, я словил плюху. Я верю. Не лови. Направление. Я дал въебало, я вырубил пацана, я очень щитовый. Я хилюсь. Нечем хилиться, у меня нечем хилиться. Направление. Бля. Он за камнями прям под нами. Ресли другого, я попал еще раз. Я тоже попал. Хороший, он лежит. Последний. Сколько? Еще один живой. Я один на один, у меня очень мало хп. За машиной, скорее всего, ползет к нему. Он в машине, за машиной. Поднимает сейчас его. Прикройте меня. Бросил тебе аптечку, я тоже обхожу. Спасибо. Он хилюсь. Мертв. Там еще один живой. Еще один, они там ресаются. Слева от машины. Не, можешь его дадут? Я пытаюсь, он смотрит меня. Вырубил. Еще один, это не последний. Они поднимаются. Они зомби. Вырубил последний. Еще один там. У них еще один. За машиной, слева от машины. У меня. Вижу. Все. Хорошо. Блять. Все? Не надо. Ёб твою. Ты че, блять, под себя еще кинул? Да. Ёбнулся, что ли?
есть такой баг на азиатском. Чувак, это я уже проходил, да, есть такое. Так. Хорошо, убили. Потом. Шлем, бля, у меня как раз сломанный. Давайте, возьмите энергетики. Бля, как же их много здесь. Надо уходить отсюда быстрее. Да. Начнут хуярить по нам. Неси, сейчас пойдем. 762 были? Да, 72, много. Я могу скинуть побольше. Держи, Дим по себя скинул. А я вижу, вот здесь. Здесь X8 у пацана, кстати. Мне не нужен. Как так, пожалуйста. По хилам, хилки нужны мне очень. Вы с них забрали хилки? Держи аптечку, или тебе более утоляющие. Бросай, мне хилки нужны. Бросай, Максим, все уже. Одну сбросил и один энергию. Бля, где ты сбросил дохуя патронов, ты говорил? Вот, сюда. 47 тебе прошу, смотри, вот бросил 47 подальше от кучи. Бля, я не вижу твои патроны. Вот они. Вижу. И вот еще. Нет места уже на них, ладно. Давайте, погнали. Значит, не нужны тебе. У тебя уже отторжение патронов началось. Я, пожалуй, бустанусь еще. Мы в кругу, если что. Да. У меня 20 бинтов. Понятно, чего места нет. Машина, я сверху баги на 195. Высадился. Вижу. Он там? Попал. О, хуёво, пиздец. Как он выжил, блядь? Такой, пиздец, да. А я рядом, короче, с кара проебался. Хуёвая попытка. По нам, ебать. Откуда? Назад уходим? Вниз спустился. Тоже. За эту штуку. Тоже. Откуда хуярили хоть? Да, блядь, самолет пролетел, хуй его знает. Самолёт хуярили. Из города вроде как. AC-130 хуярил. Вижу, блядь, откуда. Они там же, в таком же сарае, где гордость нации, зеленой крыши. Я вам, сука, устрою судную ночь. Где они? А, понял, где они. Маленький сарайчик или дальше? Да, дальше. Зеленой крышей, блядь, двухэтажный. Еще откуда стреляют? Там баги. Это те уебки, на которые на двух машинах. Вижу на втором этаже там. Оу-оу. Чуть-чуть опять. У нас в спине стреляют, парни. Да понятно, еще и там, блядь, баги. Вон баги на 240, на СВ. Проходите дальше. Да, нужно идти. Не стойте, да. Баги едет, сука, с другой стороны прям. Вижу. Он въебался в... Ладно, пофиг. Бежим. Нам там черики судную ночь устраивают в сарае. Мы с аирдропом. Судную ночь в сарае? Аирдроп. По левую сторону сейчас баги где-то есть, надо его это... Вот баги. Едет где-то здесь. Го пиздец. Он внутри где-то, да. Походу. За домом. Ой, ебать, поливают нас уже, походу, с горы. Я вниз спустился нормально. Вижу, где... Нет, это не баги, ладно. Бля, челик прям на меня. Машина, вот рядом. Нас. Максим, мы разделились. Бля, здесь не перепрыгнуть. Вот здесь можно. По мне кто-то попадает. Макс, заваруха, но не везде. Из дома. Вот опять прилетает. Я прогнал баги. Блядь, откуда? Вот откуда? Бля, Максим, давай к нам переваливайся. Нет, хуй знает, это сзади вообще. С нашей позиции просто. У нас баги здесь. Да. Вот, у меня притык. Не вижу. Блять, я не знаю, парни, я вас уже не выжил, я к вам приду. Иди, не попадут. Меня пытаются сбить. Ломай баги, стреляй по ней, блять. Он взорвется, все. Да, красиво, ебать. Хилки, я, короче, понял. А, у меня есть. Так, есть хилки, все, давай. Круг сужается, надо что-то делать. Слева от нас, скорее всего, пойдут люди, дохуя людей еще. Пиздец, что за экшен, нахуй? Надо как-то так переваливаться. Переваливайтесь, я бустаюсь, хиляюсь. Давай дальше попробуем на север. Хотя бы одна. У меня есть. Бросай, я возьму. И буст, если можно, один. Да, большую, может, одну? Большую. Забрал? Все? Да, мне хватит. Хилься-то. А, у тебя... Я тебе буст могу скинуть. Я бустану ты сейчас. Бля, я боюсь, что слева могут быть. Я смотрю левую. Вроде бы пока эти деревья нас закрывают. Чисто, да. Меня настолько сильно обстреливали, причем я не понял, даже откуда, блядь, дроп лежит еще. Да, это как раз упал только что. Спустился, да. Пацан бежит на 60, за деревом прям. Перед тобой, левее. Вот. Понял. Он, скорее всего, залутал, блядь. Надо ближе к кругу. Вон бежит он дальше, блядь. Круг тебя сейчас отдолбит, Дим. Я броник взял. Понял тебя, и меня обдолбил. Да ничего страшного. За камушки, блядь. Вон слева за камнями, Максим, видишь? Ага. Я устроил ему судную ночь. Судная ночь. Бля, один камень, вся семья. Я в туалет. Камень. Я боюсь с нашей позиции, чтобы не пришли. Вон я в туалет побежал, сейчас будут посетить. Пытаться.
Но видно овер хуёво. Блять, а северно... О, блять, так там чистое поле, нахуй. Нам нужно в чистое поле идти. Да пробежимся по высокой траве. Вижу людей на 105, ползающие на 105, повторяю, от меня. Маленькое дерево, и дальше маленькие деревья, кустики, через камни. Через дорогу, что там, ну? Ну, далеко они. Вижу. Ты их видишь? Видишь? Бежит кто-то. Да, это они же, это те, кто встали. Они бежали, далеко. Те, кто встали. Я буду стрелять. Блять, сильно. Возможно, они обстреливали, кстати. Так, 4, никого нет лишнего? Не. Лишнего уже нет. Дал. Ну, типа, X8 дохуя нашел, ни одного X4. Вон еще бежит. Наша прошлая позиция, кстати, вроде чистая. Зеленого дома со второго этажа не могут, только с первого. Люди вот бегают там, блин, до сих пор. Круг сузился, им тоже придется идти. А не, в доме могут сидеть, пиздец. Может, дом попробуем забрать? Важно. Надо что-то делать. Надо переходить, да, дальше. Вот надо, а там дома, короче, с одной стороны дома и с другой стороны дома. Надо что-то придумать, там туалет какой-то. Но у нас телевизор... Вот туалет, вот туалет. Он туалет за кругом. Другой туалет поставил, очень метку. Да понятно, что открыто, блядь. Со второго этажа с этого зеленой крыши могут. Угу. Там был точно. И там он тебе лежачий. Нет, шус, по-моему, наше было чистое. Лучше он тебе. Давайте туда перейдем. А он давай в кругу до сих пор? А, ебать, да. Там пока пацаны развлекаются друг с дружкой. Главное, за руку не держите. Там бежит по дороге на НЕ. Угу. Ну, пошел. По нам начали. По нам, из дома. Короче, да. Из дома? Да, там. Ты в доме на втором этаже сидит кто-то. Я тебе говорю, откуда. Вижу, один снизу пробегает. Я тебе устрою, сука, судную ночь, блядь. Обходите, начальник. Попал в него, Скара. Уронил, бля, не уронился два раза, Скара. Надо в круг. Вот, да. Минус один дал. Буду. Чувак, два раза Скара, блядь, попал, пацана. И круг, еще одного вырубил. Круг, Скара, парни. Я не уверен. Я двоих или одного вырубил, я не вижу. Вырубает. Вроде одного только, да. Раз. Бля, Димас, у вас тут есть место для еще одного? Конечно, ложись, я хилюсь. Хилься, живи. Ой, ебать по мне, по-моему. Вижу в доме. А дом в круге, да, там? Дом, да, в круге. Кто бегает, блядь, вовсю? Так, я буду выше. Ты шумишь, Альфа? Я пошел выше. Если меня убьют, то они вас обходят справа. Ебать, оружие перезаряжаю. Блять, я их там всех вижу, пиздец. А в доме, да? Да. Ну, вышел как на корточках, лол, блять, что? Лёх, блять, что нахуй? Я, не мешай, Максим? Вообще не попал в одного. Где они? Мне весело, пиздец. Yep. Я, короче, в них попадаю. О, высунулся. Минус он. А нет, это не он, другой. Это другой умер. Еще 12, да. Вон они, за этой хуйней. Бля, да ладно, я в голову попал и не убил. Я вроде тоже так накидываю неплохо, но мимо. Не, у меня кровь есть. У меня тоже кровь была, блядь. Надо переходить дальше. Вон он слева, справа. Бля, что за хуйня? Нам надо переходить дальше, 10 секунд, или нам пизда. Кстати, бежим, парни. У вас еще круг дальний, у вас быстро пойдет, вам нужно прям очень быстро бежать. И тут дома напротив нас, то есть тут люди могут сидеть. Дима, тебя попали? А, Дима не попал. Нет, меня круг ебашит. Блять. Мне очень плохо. Мне тоже. Бля, парни, если вы умрете... Я вижу плохо. Челика, он стоит здесь, смотрит, блять, куда-то. Не в нас. Что закинул? По-моему, не в нас смотрел. За красным домом, Алькор. За красным домом, вот, да. Вот тут и прямо понял. справа будет от этого дома. Бля. Да, он думает. Бля, по мне ебашит, мне пизда. Ебучий круг. Бля, не видны. Бля, давай хилься. Я выжил! Ебать, там экшен пошел. Я вижу их всех, сейчас я похилюсь, блядь. Они в доме там, да, крысятся. Ебать, они не лезут, они стреляют по своим же пацанам. Ебать, я вижу через текстуры. Один живой, блядь, пошли. Устроим ему судную ночь. А гранату у кого-то есть? Там дымы везде. Блядь, по мне, не понимаю откуда. Из дымов. Он прямо Алькор, через стену, Алькор. Бля, ну я... Я его подавил, он не может нихуя. Гранаты ему туда. Убил. Красиво. Номер один. Устроили ему судную ночь.